Всем привет, с вами Полина Хулут. Сегодня я хотела вам показать и рассказать обзор на письмо от подписчицы. Сам конвертик, где написан адрес мой и той девочки, которая мне прислала это письмо, я не буду показывать. Все же адрес это личное. Покажу только то, что было внутри самого конвертика. Первое это рисунок с Poppy O'Hare. Также Poppy держит шарик и есть подпись тут. Спасибо большое за рисунок. Далее. Это небольшое такое письмецо, где написано поздравление. Я выиграла в конкурсе, и вот тут написано поздравление, спасибо большое. И также тут нарисовано Клео Данил. А далее лист с наклеечками, тут изображены смурфики. И на обратной стороне тут есть стикер, где написано то, что вот эти звездочки и ладошка светятся в темноте. На самом деле это не наклеечки, честно говоря, не знаю, что это. Напишите в комментариях, кто знает, потому что вот эта вот сторона, она не липкая, и я не знаю вообще, для чего это придумано. Но все же, для чего это придумано, напишите, кто знает, в комментариях. Вот, далее будут наклеечки уже Винкс. Честно говоря, Винкс уже не люблю с 2012 года, но все равно спасибо за наклейки. Первая наклеечка, тут изображена Блум, Флора и Муза. Также есть еще надпись Винкс. Следующие будут три наклеечки, они объемные такие. Первая с Блум, она вот в таком вот превращении. Я уже не помню, какое это превращение. Тут она такая вот объемная наклеечка. Далее уже небольшие такие объемные наклеечки. Тут такая Блум. И есть еще вот такая. Ну а последняя, это скорее всего уже не наклеечка. Я даже не знаю, как это назвать. Потому что эти две наклеечки, они уже были наклеены на тетрадочку. И потом эти наклеечки вырезали. И вот как-то так вот получилось. Значит, такая Блум и вот такая тут есть. Ну, в принципе, вот такое было письмо. Надеюсь, вам понравилось это видео. На этом было все. Всем пока!